Всем привет, с вами Андрей. Вот мой следующий проект. Купил стол. Можно, в принципе, из него что-то сделать, так как еще дерево хорошее. Немножечко шлифануть, подкрасить. Но сейчас вам покажу, там проблемы с зажимами. Почему-то у этого стола оказались пластиковые держатели для ножки стола, потому что он складывается. Сейчас вы посмотрите и поймете, что пластик с деревом никак не сочетается. Мне его почему продали, потому что вот эти пластиковые крепления, куда заходит столешница круглая, то есть ножки, они должны сюда заходить, а она обломлена. Вот как так, ребята? Классный стол, деревянный, но почему-то на такие крепления решили сэкономить. И уже хозяин сам пытался что-то сделать, но здесь у него пластик лопнул, здесь еще пока зажим целый, и моя задача просто этот пластик выкрутить и поставлю деревянный, как и положено, потому что мебель деревянная, должны быть и деревянные держатели. Ну что, для этого нам надо кусочек дерева. Дерево есть, нужен лобзик, лобзик есть. Теперь я это все обвожу карандашиком аккуратно, и можно потом с помощью лобзика повторить контур вот этого пластикового держателя. Так что сейчас попробую это все сделать и покажу, что получится. Ну, вот такой у меня получился зажим. Я хотел сначала сделать как пластиковый, но я понял, что дерево, оно все-таки не такое стабильное, как пластик. Потому что, когда я делал, допустим, сейчас вам покажу, вот, по эскизу, да, то получилось так, что я, когда пробовал стол поставить, обломало дерево, и здесь уже толщина больше, чем вот здесь дерево, но я думаю, должно подойти. И я тут закончил со своими держателями для ножки. Сейчас вы посмотрите, как они выглядят. Вот они, принцип вы поняли, да? Это чтобы дальше не уходило. Осталось теперь их покрасить, ну и плюс столешницу привести в порядок. Стол, столешница я освободил от краски, видите? Осталось теперь нанести краску. Краска пойдет лак гидролазурь, цвет каштан, потому что был на этом столике темный цвет, и я сделаю чуть потемнее кое-где, возможно, между досками осталась старая краска, чтобы не было никаких просветов, то лучше сделать тон чуть темнее. То есть будет красиво и, надеюсь, не сильно заметна старая краска. Но опять же, смотрите, это надо все делать, как бы сказать, аккуратно. И желательно, чтобы столешница была чиста от старой краски, чтобы вообще ничего не осталось. А ножки, ножки я не буду делать, потому что я покрашу сверху той же краской каштановой. Она сверху ляжет и немножечко будет темнее. Но вы это все сейчас увидите и потом посмотрите и скажете, стоит ли снимать еще, возиться с ножками, старую краску, потому что там поперечные внутренние ножки. Это все снимать, это долго. В принципе, самое главное для нас это столешница, чтобы она была чистая, аккуратненько и сверху хорошо было покрыто краской, ну, лазури в данном случае. Так что сейчас я начну этим заниматься, вы все увидите. Погнали! Ну что, примерно потратил я полчаса на покраску вот этого столика. Больше всего, конечно, уходит время на покраску вот этих ножек. Посмотрите. Еще раз, столешницу я верхнюю часть снял старую краску полностью до дерева. Покрасил цвет каштан, такой темненький, на два раза. Нижние вот эти ножки я не снимал краску, а просто сверху, и они практически по цвету совпадают с столешницей. В принципе, я думал, все-таки будет немножко хуже, получилось, в принципе, неплохо.
Ну что, давайте заканчивать видео. Смотрим новые видео. Видосики будут выходить регулярно. Пишем свои комментарии. С вами был Андрей. Всем пока.